Я уже об этом так не слышу. Раньше везде, кому не лень, даже на машинах было написано, там, если ты смотришь, там, два, ты там такой-то секой-то, там, ну, какие-то там лозунги выкрикивали. Сейчас как-то вот народ успокоился, уже принял, и уже это как данность. Мне кажется, я даже переживаю за наш народ, если, не дай бог, случится такой страшный день, когда они включат телевизор, а дома два уже не будут. Я думаю, что народ, конечно, будет сильно. Поэтому все уже успокоились и смирились с тем, что мы есть. Мы ничего плохого не несем. Вот. Несем только хорошее. И я считаю, что даже если происходят какие-то плохие моменты, просто нужно из этого делать.